На календаре 8 ноября, а власти Белгороднестровского уже готовятся к новогодним гуляниям. На последней сессии акерманские избранники приняли решение выделить из казны города некую сумму на покупку искусственной елки, иллюминации и игрушек. Но вот стоимость такого удовольствия составит порядка 120 тысяч гривен. Со слов чиновников Белгороднестровского, такая дорогостоящая красавица прослужит городу не менее 10 лет. Мы решили также узнать мнение акерманцев, как они относятся к такому решению власти. Если она, ну, будет служить и в дальнейшем, а не на один раз, тогда, наверное, да. Потому что, ну, каждый раз 2-3 куба елок вырубить, которые для того, чтобы, ну, в товарный вид приобрести, растет не менее 10 лет, ну, наверное, стоящая, да. Искусственная она, во-первых, ну, прослужит не один год. Во-вторых, каждый год цена природной, ну, елки, ели растет с каждым годом. Елка есть, елка впереди Белого дома. Елка есть, пожалуйста. Зачем вот так? Я говорю, пенсии поднять не могу, зарплаты поднять. Нет, зарплату уже вроде бы их подняли. Услуги дорогі, все дороге, вони такі деньги на гульки тратять. Вот лучше тут народить эту яцему и все. Лучше эти деньги отдать те, которые нуждаются в нем, понимаете? А 120 тысяч, это очень, как вы считаете, это большие деньги? Это очень большие деньги. И куда ее поставят? Последние 6 лет новогоднюю красавицу украшали у здания горсовета. Но в связи с тем, что в 2016-м на территории постелили газон, принимать гостей здесь явно не получится. Тем временем в социальных сетях акерманцы активно обсуждают еще ряд вопросов по организации новогодних праздников. Особенно, где же горожане хотят водить хороводы. Мы тоже решили их об этом спросить. Есть у нас и крепость, есть парки хорошие. Трудно сказать. Народ уже как бы привык немного к этой площади возле горисполкома. И, в принципе, получалось там неплохо у организаторов. Не знаю, как в этом году будет. Если будет много снега, можно не отменять эту традицию. Ничего с этим покровом не случится, я думаю. Я думаю, где-то должно быть в районе крепости, наверное. Потому что как-то там располагают память историческая и так далее. Я думаю, там было бы лучше. Как видим, часть опрошенных предлагает проводить новогодние гуляния у крепости. Но вот добираться туда и обратно не всем удобно. Есть и другие предложения. В парке Мира там есть хорошая площадка, то есть, ну, вот похоже на вот эту, да, только посередине там куча места. То есть, в принципе, достаточно места для того, чтобы, мало того, сразу возле елки есть и сцена. То есть, в принципе, для очень удобное место, скажем так. И, во-вторых, там везде есть, ну, по кругу есть лавочки. Мнения есть разные, но то, где все-таки разместят главный символ нового 2017 года, пока остается загадкой. В любом случае, хотелось бы, чтобы городские чиновники прислушались к акерманцам перед тем, как принимать окончательное решение. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.